засыпаешь, да. Я уже начинаю. Ну а что ты телефон-то взял? У девчонки-то. Так какой-то ебать. Ну так, что ты теряешь-то? Поезжай без нас. Видишь, ты уже познакомился. Такой раз, типа, давайте телефон, дайте я на машине приеду, тыры-пыры. Дело не пьянь, не пьянь. Дело в том, что дело к ночи. Ничего. Там палатку разбить 10 минут за ящик. Я имею в виду, что ну, ночью, ты сам знаешь, или Иван. Ну мы ездили, конечно. А? Мы ездили в походы. Ну, 10 минут, 7-10 минут палатку разбить. Все. Коврики разделить, спальники еще минуту. Все. Ну это понятно. Ну, что? То, что поздно уже. Дело не в еде, я говорю, в том, что просто темно уже. Ну а что делать в темноте-то? Ты давай лучше ВКонтакте отпишись, и мы договоримся на следующие выходные, например, поехать на природу. Представляешь, сейчас там девушка? Да. Конечно. Где там старенькая девочка? Ну, увидишь, у всех свои интересы. Вот где? Я тебе про что и говорю.
Лёха, мы сейчас проедем, будет поздно просто. Я как бы двумя руками за. Но видишь, получается, что... Не, видишь, девушки не согласны. А вдвоем мы с тобой что там будем делать? Ну, у них свои причины. Нет, то, что мы приедем, будет уже очень поздно. Тебе-то ничего не сделать. То, что будет поздно, ночь. Нам что-то сделают, вам тоже что-то. Нам что делать? Я говорю, что мою машину. И поедем куда-то. Перед переездом остановочку сделаем. Thank you.
Thank you.